К другим новостям. День славянской письменности и культуры отметили в Люберцах. На днях в честь праздника в Люберецком ДК прошел масштабный фестиваль хоровых коллективов и вокалистов. В России и во многих других странах в конце мая отмечают День славянской письменности. Иначе этот праздник называют День святых Кирилла и Мефодия. Верующие чтут память христианских проповедников, которые создали первую старославянскую азбуку. Я думаю, что все хоровые коллективы музыкальных школ и образования исполняют в первую очередь, конечно, песни на русском языке. Это народные песни, это русская классика, это детские песни массовые и... То есть я думаю, что это как бы основное и главное, что должно пропагандироваться в нашей стране. На торжественном мероприятии ученики музыкальных школ и школ искусств исполнили песни о России и музыкальные произведения люберецкого композитора Владимира Беляева, посвященные христианству и славянской тематике. Концерты «Сводный хор» – это дети, собранные из всех музыкальных школ, дети, которые занимались в этом году дополнительно, особенно. Вот, они объединены в единый коллектив, и их около 70 человек. А в общей сложности сегодня принимают участие 9 хоровых коллективов, около 500 человек. Ребята признали, что основная цель выступлений на сцене – это поделиться творчеством друг с другом, объединиться в едином общем хоровом звучании. На празднике, посвященном славянской письменности и культуре, приняли участие 9 хоровых коллективов, более 500 человек. В дальнейшем воспитанники музыкальных школ и школ искусств городского округа Люберцы продолжат выступать и совершенствовать свое мастерство. Екатерина Скрижалина, Яна Яковлева, Никита Скороган, телеканал ЛРТ.